Хотелось бы. Да. Альт F4 нужно нажимать на укусе. Ну, фармочек тут вести будет хорошо. Ctrl-Alt, блядь. Вот смотри. Так, вот смотри, сейчас я, меня в DC нету, мне надо будет координироваться с танком, правильно? Ну так иди выходи, что ты напрягаешь, пацанов. Или ты сказал, что... Парни, а что там, Ульдуар по ступенькам, и в принципе я пришел, да? Вой, ты ж хотел и ВК пойти, блядь. Понимаю. Пошлите и ВК, десятка. А где тот этот хуйню писал? Про что? Про что писал, не понял. Про приор, кому токены какие-то давали. Я тоже не видел. В объявлениях. Там... Там, по-моему, в объявлениях писали, что по приоритету будет смотреться. Если у тебя приоритет да, высокий, ты будешь ну, получать. Смотри. Кусок. Объясняю. Вот смотри, падает какой вар, друид, приз, по-моему, да? А-а-а. Токен. Вот. Соответственно, первым на кого смотрит, есть ли у нас протовар в нету. Про нету, условно, есть фурик и ДЦшник. Ибо обоим им нужен кусок. Типа, ноу ДЦ, к примеру, приор выше. Но мы понимаем, что фурик нам сейчас нужен больше. Соответственно, он идет по строчке, это первый, перед ним. Соответственно, фурику отдают эту шмотку. Следующим лутают ее. Ну, так далее. То есть, это повод и повод. Почему у меня такое? Почему решили, что, типа, условно, блядь, ДЦшку апнется меньше, чем Фералу? Или чем что-то? У нас сейчас с захилом проблем нет. Ну, типа... А почему решили, допустим, что... Вот здесь токена, блядь, рог, пал, шам, сильнее всего апнет рогу, блядь. Что рога будет. Зорки, так мы вообще в жопе, блядь. Косарь 10. Косарь 10. Почему против протопалу и шаму, блядь, первого? Смотри, вот, а в чем в жопе, подожди. ДК танк, хант, лок. Че, локи, да? Локи, маги, блядь. Последний. Ну а ДК танк, хули он. Что так танчит, ему два куска надо все. Да, я тебе объясняю. ДК танк, он дает тебе 4-4 масс сейф. Вот, нам нужен масс сейф рейд. Ну а так подожди, так из всех 4-4 мага сильнее всех апает. Он апает тебе ДПС, а это апнет тебе всю выжимаемость рейда. Ну, Шумхан тогда на втором месте. Тут можно... И лок на третьем месте. Ну, типа, лок, какие все они проводились? Нет, ты посмотри, лок и маг. Лок, маг. Это вы идете в одинаковом. То есть, если условно... То есть все через черточку, там все по очереди написано. Написано лок и маг. Вот, да. Вот, блин, Будлик, нихуя себе. Красава. Да закрой рот, тебе. Да, слушай, я тебя похвалил первый раз, ты молодец. Блядь. Ты так и можешь, блядь, не видеть нихуя глазами своими. Бать выдушные. Вот. Ну и короче, просто не вкусно вместе с глазами не сидеть, блядь. Нагоняется меня, блядь. Я там нихуя не делаю. Блядь, все, ладно, расслабься. Я тебя люблю, целую, уважаю, ненавижу, тварь. Короче, Зорки. Да, понятно. Зорки, смотри. А приоритете нам отдать танку ДКшнику. Мне, ебать, я похуй, я вообще пропускаю нахуй этот токен, не считая даже хата. Остается лок-маг за вами, то есть, если будет ДКшник с 20 приора, и ты будешь с 13 приора, пошел нахуй ДК, ты получаешь токен, потому что ДКшника не апает. Нет, так понятно, маг... так и мне проблема не в ДК, мне проблема, что у нас, блядь, гильдии 70 локов, блядь. Ну, хули мне эти ДК? А тут приор будет смотреться, смотри. Вот там приор. Да, есть гудли 18. Это какая хуй разница в этой иерархии, типа все равно к приору будет отдаваться. Ты только ты на смотри, надо помнить о том, это что в гильдии не только локи есть и другие классы. Да, ты только смотришь на один токен, и все, ты только за свой токен. Ты сейчас... Так, а хули не чужие? Нет, во-первых, шамовский спал, он надо рогом первым давать. Потому что рог опыта несет. Торки. Что? Ты идешь рогом в четверг, в пятницу мага. Да не похуй, блин, охуенно. Ты со мной не ролил. Попал, Ршам. Вот, кстати, по поводу протопаладина, не помню. Возможно, да. То есть, я не помню, что там за сет, но, по-моему, он стрёмный. Типа, да, он ничего. Да. Тут соглашусь, что нахуй надо. А Ршам, вот тут как бы можно спорить, потому что Ршам очень сильно... А Пвар? Пвар — это вообще кусок говна, блядь, не там же, не? Пвар? Пвар, да. ЖВ на весь рейд, камон. У него КД еще минута 45, нахуй. На 15 ну, вот именно, так что... Жёстко, блядь. Просто ими не хотят играть. Ну, да, Зорки. Я только знаю одного, это Бьёрнсу, больше никто в ретворе не играет.
Ты что-то как-то это, ты что-то... Да именно не гарантии, потому что я сижу, блядь, там если бешмот, я опять тебе бешмот буду сидеть. Ну, блядь, где-то как не кайфово, блядь. Ты понимаешь, но оно как бы для тебя вот эта сила, вот сейчас, в текущем моменте, она не меняется. Единственный, кто тебя по приору забирает, кусок забирает Донт, потому что он танчит танком. И он, ему похуй, он не пойдет на ханте, если нужен танк, он пойдет танком именно. То есть он понимает... Это с Донтом один рейд пойдет. Это ни с кем не пойду один рейд, блядь. Тут просто вопрос о том, что сейчас идет момент именно по прогрессу гильдии, а не по личному твоему ДПСу. То есть тебе там с гудликом не надо гоняться, типа кто там больше сейчас выдаст. Тебе нужно, чтобы суммарно больше весь рейд выдал. Смотри, можно как сделать. Вот, допустим, я, конечно, не от того, что мне так хотелось, я от того, что в сутки я работаю и не попадаю вот один из двух рейдов. Я паладином собирал эти рейды с пугами и просто себе это 4 анролил. Я так себе два куска на ретрика одел. Попробуй тоже собрать. Ну, не сходи одну КД там, похуй на приоритет. Ну, это не бесспорно, ты же понимаешь, тебе условно нужны штаны. Блять, ну сколько тебе этих рейдов нужно собрать? Тебе нужно там собирать рейды, наверное, VIP по-хорошему. Либо брать кусок, либо... Так она хоть гильдия, блядь, нужна. Типа... Пугай не делайся. Нет, не-не-не, просто это сейчас так кажется. Потом начнется тот же ИВК, без гильдии никак не пройдешь. ЦЛК начнется, без гильдии вообще никак не пройдешь. Ара кер пугами не проходит, ИВК не проходит. Да, десятка это десятка, блять, контент... Да, десятка не то, это ты можешь... Так она хоть приор нужен гильдии сделать, потому что... Да, ну слушай, ну консул, ну тоже так. Нет, тут как бы. Так нахуй, ну в текущем момент, зачем тебе приор, блядь? Блин, Зоркин, ну ты как-то серьезно, что-то типа, наверное, тоже нагрелся, как и я. Ну. Не нагрелся, просто охуел, блядь. Ну, просто заебало все дома. Не, ну и меня реально заебало, все лутаются, я не лутаюсь, блядь. Тут просто вопрос о том, что. Ты, блядь, я стоюсь без шмоток. Он мне надо. Я тоже, и что? Два месяца без шмоток. Ты приорно будешь, блядь, выше придумал, потому что ты лоб, блядь. Ты тебе спас не повезло. У нас с тобой по приору, а не конс. Мне не дадут, если... Будешь раньше. Не буду, у меня написано лок и маг. Лок и маг, то есть вы как один класс считаетесь. Понимаешь? Один класс. Волшебник, блядь. Волшебники, блядь, идут после ДК-танка, ханта, идут волшебники. Вот волшебники идут по приоритету. То есть, условно, если у тебя... Да я понял, зачем ты меня выраживаешь. 19. Ну, блядь, ты думаешь, что типа говоришь сейчас наоборот совсем все, поэтому тебе разжевываю. Смотрите стрим, там запустили босса, блядь. Да, я уже слышал, видел. А скиньте, кто здесь находится. Да, вон стрим. О, что делает? Кто-то кого-то бьет? 25. Я на БГ. Вот. И просто, ну, момент того, что там что-то по консулу. Консул тоже, понимаешь, херово работает. Типа... Было водить, да. В любом случае человек утонется, его бешмотки тапают. Тут нету, ты понимаешь, тут нету идеальной системы, ее и не будет, потому что... Не, я просто не пойму, а зачем вот водить консул, типа? Все равно за одной РТ, блядь, не полутается... Нет, ты попросил просто про консул, а я тебе сразу говорю, что это почему это именно... Ну, я не говорю, что это хуёвая система. Я говорю, почему про ее минусы относительно ИПГП. Ее большой минус... что условно мы знаем, ты хороший игрок, вот когда именно конкретно про тебя сейчас говорю. Вот, ты постоянно в рейдах, у тебя очень редко бывает, что ты не приходишь на РТ. То есть тебе реально кусок по-хорошему можно отдать. Но у нас есть условный, там, ну, не знаю, возьмем там Литва. Он скажет, идите вы нахуй, какого хуя Зорки лутается, идите в шопу, я пошел бы с Кюре. Да, как бы, ну это просто пример. Сейчас тоже самое получается, только наоборот. Ну... Пошел я, блядь. Пошел я, блядь, спокойно. Не, ну в смысле, ты ходишь во все рейды, блядь, и потом тебя через хуй кидают. Ну, слушай, тут много кто просто ходит во все рейды. И те же самые локи, вот типа, понимаешь? Так, а давай дальше по приору, блядь. У всех, у кого три куска, у них дохуя приора. Давайте дальше по приору. Ну, так, ну и будет. Вот у Гудлика три куска, у него в то приоре, у меня три куска, я приор, ну, считается. Ну, скобочка там... три. Ну, а там приор, там не так. И хуй ты, блядь, на первом месте, типа, перед магами локом. Если они, блядь, крутят просто на первом боссе, потому что там 4 сноубита, блядь. Он сделал консул лут, типа, потому что, смотри, вот, протовар, к примеру. У него вот это ШВ, оно спасет. То есть, если он полутает 4-4. А у тебя просто на 2 КДПС. Блядь, что лучше, блядь? Что он спасет весь рейд, или что у тебя на 2000? Лучше, потому что у нас остается, блядь, у этой кислоты ебаные 60% ХП, блядь. Что он нажмешь ШВ, блядь, оно вообще никак, блядь, не повлияет на то, чтобы задать дальше. Смотри, я тебе объясню. Тут как бы ШВ, оно, это как масс-сейв. Это просто
твоя грань... Ты, блядь, можешь... ты понимаешь, про что я говорю? Мы не убиваем, потому что, блядь, у нас ДПС не хватает вообще, ну, блядь. Тут я с тобой согласен. Я вообще, тобой... блядь, никак. Тут надо ДДшников первыми делать. Ну, в целом, конечно, да, но ты понимаешь... Ну, варов все равно нет, о чем вы говорите? Некому, ну, как бы да, давать. Я не знаю, просто... Это пример. Да, я... Мне с варами не ролит, не помню. Я просто... Просто ну, смысл, ну тогда я понимаю, ладно бы, типа, ДДшников в первую очередь, а то тогда бы еще понял. Хартов у нас тоже, по-моему, почти нет. Вроде там Синкай, Гон, 4-4 эти. У них уже только есть Ози, Ози добивает себе СРБК, и я тоже буду фармить СРБК, потому что я понимаю, что эти штаны хуже. Не, блядь, я не про это, почему мы решили, блядь, танком сделать приор, блядь, вот, типа, лучше ДДшников. Ну, как мы что, до 60 доводим, умираем, выходит второй бус и все. Смотри, потому что... Ты вас не спрашивай, тут раз дыхнет, но ты нажмешь живое. Но второй раз ты не нажмешь уже. Ну, у тебя на следующий раз... Тебе стенку въебет, нахуй, да. Если это... Огнем плюнет тебе, и все. Зорки, это у тебя печеньки же разные с варами. Я не про это, ну какая... Ну, разве, говорю, зачем-то варова, а хоть если ДДшник нужно. Ну, танков, ну, смысл. У нас, понимаешь, вот есть моменты, когда... Ну, типа, хилы реально там потеют. Ну, просто я смотрел со стрима, я видел Вуду, ну там, конечно, уебищная Вуду, не знаю, как с какими драками, маленькая. Вот, но, типа, очень сильно проебашивала рейд. Там хилы реально высыхали по бане. Это они... понятно, ну, для хилов мы апаем, типа, мы ходим, собираем волонира. Ну, понятно, ну хорошо, блядь, ну будет два волонира. Но не, нету у хилов Т4, блядь, никакой такой ульты, что она уебала и всех выкидывала. Вот именно. ДЦ нормально, ДЦ нормально. У воина, у танка, то есть условно плюнула она в рейд. Типа массакра не даст только сейва. Ну хоть это не способствует, если я тебе говорю, что, блядь, проблемы с ДПС, ну хоть это по танка, танков. Ну ты понимаешь, тебе может тот же самый на смене танков, где можно сделать тогда другую расстановку по приоритетам и сдать условный мастер аур под огонь плюс массакру, чтобы тот же самый, там, не знаю, Мишка прыгнул в кошку, блядь, и на спринтах побежал. Первый момент. А на ДДшника надо сейчас закинуть. ДДшник также, соответственно, может побежать под массой его, также всех разморозить. Задуло в РДД-зону, чтобы РДД-зона, блядь, не стопала, все подряд разбегалось. Ну, и в любом случае, конечно, здесь придется. Но, как минимум, ни одного ДПС не урона, потому что тут масса ШВ, и это спасет. И у тебя упадет, и будете бить не 24-23 ДДшника, а 25 будете, потому что они выживут. Так что заморозить тебе не надо, блядь, Т4. Смотри, тактику показываю тебе, тактику показываю на стриме на ИВК-25. Да, блядь, вот сейчас лужа разольется, что милики делают, уходят назад? Лужа уже была. Ну, лужа уже была, ну хорошо, ну подвели. Мне вообще кажется, что мы очень сильно ДПС теряем, потому что не свечимся позднее. Нет, смотри, это волк где-то. Ну сколько ты, 10 секунд поближе? Типа ты свечишь таргет. Но при этом у тебя, ну, даже будет параллельно... Не это ВК или обычка? Это обычка. А, так вот. Ну, просто когда одна змея закапывается, ну, я смотрю, да хуя людей бегает. А можно хуярить вторую сразу. Она тоже там... закапывается. Нет, она же не всегда закапывается вместе. Нет, ну, потому что ты пару тычек не дашь, ну, типа, что кто-то запрещает. Давай пару тычек. Не, пизду, я так не в ВК не пойду. Пока мы зеленый убьем и постоянно свечится, можно процентов 10. Да лучше, блядь, ладно, все, побил картошку варить. Ты тут типа понимаешь, что ты чего? Что картошку почистил, пошел варить. Рыс! Типа... Ты сидел картошку чистил? Да. Хорош, хорош. Типа, ну, зеленка, это, ну, знаешь, она просто постоянно плюется, это тоже не совсем хорошо. Чем дольше она живет, тем больше вероятно, ну, типа, напряжение рейду. Это высыхание мани хилов, это там потери ДПС, опять же, перебежек, разбежались к танку, разморозились, ну и тоже вот эти движения не нахуй не нужны. От того, что сводятся две эти, ну, окей, как бы, задувают двух танков, которые будут друг друга жечь огнем. Привет всем. Вот тактики. Привет. Вы что, в хэме? Почтите в ВВК. Мы в ВВК-25, нахуй. Да? Да. С пуками? Яримся тут, блядь. Нет, сами с собой, блядь. С СПКР. 10 тел. Валютом. Вот, ну, короче, вот Войд пишет, в чем тоже минус. Типа, два танка будут обжигаться друг от друга, если плюнет, вот ты говоришь, по 200.
Да, это какой-то небольшой профит даст, но я не уверен, что ты, например, знаешь, постхевно будет. Так это обычка, Алют, да? Сильный шаман. Ну, можно обычка. Попробовать. Типа взять, если первый босс, уводить его направо, там он разливает лужу, потом подводить под милика. Но а не забывай то, что он иногда блюет, и поставить червя, в принципе, трудновато будет. Ну да, да, в этом проблеме. То есть смотри, он кидает лужу, начинается рвота. Я это понимаю. И ты за 10 секунд не поставишь как бы босса. Ну, можно поставить, но я говорю, это просто там даст тебе 2 лишних 3 секунды клива. Да, да, это да, бред. Здесь 15 человек в 4-4, все, идут проблемы решили. Просто я читал вот весь чат, пока вот на работе сидел, кофе пил уже вечером. На самом деле, волк очень неправ. Да, слушай, да забей, ну, я просто выйдут, говорю, я уже... Выйдут два червя по 50% хп. Да. Твой червь останется. Он не понимает просто, у него детское какое-то восприятие, он что-то начал профузливо. Просто несвязный бред, и как бы, то, что он там говорит... Типа, вы ничего не предлагаете, вы все проебываетесь, блядь, а в чем проблема тогда, блядь, извините? Если все говорят в один, и тут, извините, блядь, если бы мы были гильдии, не знаю, какой-то там, за легион, и говорили, что, типа, тогда еще как бы, это что-то связывается, да? А когда тебе люди, которые, извините, не первый день в WoW играют, говорят, что цифры не хватает, математика просто не работает, блядь. А, блядь, человек не хочет понимать этого. Типа, то, что мы рёва переводим вплотную, типа, круто. Не рёва этого, а... первого. Да. Типа, потому что мы его вплотную к его переходу стандартному убиваем, клёво. Но, блядь, это не потеря ДПС, это не в этом всем дело. Выносили все. Типа, ошибки, если были, они были очень минимальные. Да. Если люди жглись, то один раз это нормальное явление. Да, один раз только задуло. Один раз кто-то в лужу умер. Ну, типа, это было вот два пула с косяками, именно с косяками прям конкретные, три пула с минимальными косяками и два хороших. И на двух хороших просто не убили математически. Что ты хочешь? Все. А больше ты ничего не сделаешь, только можешь бить, и все, но ты не убьешь босса все равно. Как будто ну, да. Ну, кстати, колеса надо выпить. Так. Почему нам на рейд настой не выдают? Ну, тут, кстати, не знаю, нужно... Я подниму вопрос по поводу... Потому что нет вкладов, блядь. Будет вкладов, будет... У них, блядь, шмоты там крафтовые, блядь, миллионы. Надо, просто блядь, список, блядь, стать по 3-4. Да, мы же с Донтом уже поговорили. Он бота запустит, просто два бота, у кого есть 4-4, у кого 3-4. Чтобы нажимали кнопки, чтобы мы смотрели актуальный список. Зорки, у меня 5-4, блядь. Круто. У меня 2 в скобочках 3. У меня 280 баджиков лежит, но мне надо один. Так у тебя 3, у тебя есть 280 баджи? Да. Мне два. В чем проблема? Мне просто две шмотки поменять, и все, и у меня без совка. Ну, возьми тот токен, который тебе нужен. В смысле, блядь, я тебе объясняю, я ж поэтому и не брал тогда. Допустим, тебе нужны плечи, Гублик, мне нужны штаны. Я, блядь, первый по приору, падают плечи, я забираю плечи, падают штаны, то есть, что у меня висят токены, блядь. Ты, типа, хочешь выбить и при этом баджи ставить? Нет, я хочу выбить, блядь, и докупить настоящий токен. Недостающий. У него два. У меня 2 и 280, понимаешь? Да, он выбирает токен и берет за баджи 4-й, все. Я думал, у тебя 3. Ну, у него по факту 3. Просто у него есть... Вот как я взял... Я понял, взял грудак, пошли, и грудак упал, блядь. А так бы грудак упал, я бы забрал, и токен докупил многие, все. Ну, ты себе приор сохранил, а все. Ну, блядь, для чего? Ещё ты бы широкий стимус не убить, блядь. Только ты смотрел этот бизлист новый, ты не думал, что нужно немножечко поменять, типа, приоритет Т4? Что? Нет, нужны перчатки вообще. Кто хотел? Бизлист, пиздец. Уже на перчатках нет хасты. Ты кому? Невер, мне, нет? Не-не-не-не, я зорком, потому что я говорю, поменять. На перчатках Т4 нет хасты. Там же метка скрипт или что там? Метка скрипт на Т4.
Ну, крит все равно тоже нужен немножечко. Сука. Блин, все, мне РБК не надо ходить, ёпта. Вообще не надо? Вообще не надо. Везде. А ну вообще похуй, похуй. Даже дверь открыта. Не хочешь со мной походить? Тебе не надо. Нет, вообще. Абсолютно. Похуй на РБК. А, я просто представлю, если было бы хотя бы 100, я походил бы, блядь. Нейлор, я один день походил сегодня, у меня уже надоело нахуй. А я 4 дня ходил. Нейлор, я с тобой могу походить, мне на холи пали. Нет, мной, пока я... А, блядь. О. Кстати, что у тебя с фурами? Нормально, все на месте? Почти ВВК десят. Вобро. Что? Что там с фурами, нормально все, не угнали? А, нет, все нормально. Так а что их там угоняли, зачем? Ну, блядь, люди продать хотят, наверное. Бля, кстати, как? У Войда проблема в рейде. Ну, вообще, да. Лежанку или дохуя людей? Да, пытались. Типа, что, просто что? На парковку залезли, типа, хотели так? Может, да, так? Стоит 8 этих миксеров, блядь. Один хотели угнать, нахуй. Понимаю, блядь. А у тебя охрана чё, куда, блядь, глаза ебалась? Это, блядь, чем пьяный был. Охрана играла в Вовку, блядь. Ха! Бобро охранник, конечно. Кто? Я? Да вон, Гудлик шутит. Я не шучу. Может, нет, они не играли. Пьяный просто был, всё. Алкаш. Ворота не закрыл, флагбаум обычный просто был закрыт, и всё. А чё, подошёл его, блядь, поднял его, и всё. Прилипать не прошёл, блядь. Ну, там просто он прошёл. Я имею в виду, чтобы выехать, поднял его, да выехал. Но они просто не знали. Брачит умело гает. Они просто не знают, что там база, и у меня там другие вахтовики еще отдыхают, охранники. Ну и охранники, водители. Они вышли, трактор подогнали к выезду, чтобы те не выехали, нахуй все. Жестко, блядь. Поймали их потом, блядь. Кстати, вот это приехали, участковый приехал, заявление написали, все, забрали. Этот, конечно, от Сируса вот эта вот хуйня с этим обновление моделей деревьев, это, конечно, пиздец. Я думал, там, типа, деревья меняют расцветку от прически, типа, ну, как бы прикольно было, да, там выбираешь. А там по времени года, бля. А какое ты сегодня дерево, бля? Сегодня розовое, бля, завтра зеленое. Че за хуйня? Ой, через 2 месяца я поменяю цвет, наконец-таки, а то этот мне уже надоел. Да, типа. Не, ну а чё, у вас всех есть трансмоги, а у них нету, деревья бегают, блядь. А да нет, я же говорю, типа, ну это нормально, я говорю, ну просто поменять им, типа, в зависимости от, там, ну, того же самого окраса волос. Типа, как это на фер работало с медведями, там, как это работает с кошками здесь, на Сирусе. Так, надо написать, а ну... никто же не пишет об этом. Да. Ты, кстати, пытался создать ещё одного? Сделали, не сделали? А, нет, не смотри, так у меня же ноутбука нету. А, у тебя же нет. Слушай, да я просто, знаешь, за что переживал? Я думал, когда заанонсили вот эту хуйню, что это ДХ. Я себе подумал, ебать, да ладно. Вот, а потом это оказалось не тот персонаж, и в целом, типа, ну похуй. Я просто говорю, я переживаю за то, что, типа, в момент... Блять, казались бущие хилы. Ну, это нормально, это, слушай, неплохо. Но в целом туда банк можно сделать. Я могу взять персонажа, который чисто для фарма. Ну, там, не знаю, ну, одного друида как раз-таки собирательный. Да не, просто когда... Ты там этот, ну, выкладывал на аукцион еще всякой херни. Че, друида? Сколько у вас? То что? Сколько у вас? А, ты зашел. Я думал, ты просто вообще офлайн в Дискорде. Не. О, здоровый. О, ребята пуляют. Сколько у вас слотов? Мы пока что не собираемся, мы же все равно ждем за. Там 25-ки ВК. А, ну пока стрим посмотрите. Подожди, а за в 25-ку пошел в ту, которая в ОКД? Да. Так они там будут сидеть часов до часу ночи. Почему? У них всего 25. Ануб. Ануб остался, ануб. Ну так они же не убьют анубы. Чего? Я не думаю, что они прям... В прошлый раз оставили 4%. И плюс сопороты. Если они сопороты... Они сейчас еще настроили это, то, что...
я не знаю, вывашка, не вывашка, но когда там дохли от этих, от мороза, ну, то есть, которые кидаются. Да, метки, метки всякие ставят. Да, теперь каждый хилит свою метку у них появляется. Это вашка. Я посмотрел, это вашка. Ага. Че у вас это самое? ИВК? Ты говоришь, они сейчас травят. ИВК. Ануба, да? Угу. Че за ИВК? Лори Белана. Ну, он уже 80%. Да заебашек по-любому. Да нет, ну, они сейчас подододелись уже. Они еще 24 тела херачат. До сих пор. Опа. Что это за хантер, неизвестно, кто это. Нормальный хантер, не надо обижать. Ты чей стрим смотришь? Сакра, это какой-то заряжен это, хантер. Это баг. Вообще. Баг? Да. Я думаю, что это хантер в топ-3 ДПС, как Локи там может. Ты что, сомневаешься, что хант не может нормально на ДПС твик шмотить? Да, просто у ханта другие задачи немножко тут. Он пока одна пулит, пока то, пока все. Мультиплотает, наверное. Ой, там уже дает право першему розкастуватись в цьому рейді. Там уже минус одна лужа, которая должна быть, по идее. А чё так много урона у локов? Что-то все тикает, так много цифр. У локов? Я ж тобі казав, що першими у світі ВК закривали, по-моєму, в один слот. Это пиздец, как же много урона. Мультидот, у них АУЕ там, наверное, они клянутся. Ну да, вот этими порчами все эти херни. Ну чё ты? Пиздец урона. Там Эльдар уже смотрел, ой, блядь, у них, не, это, этот, они уже разбили дохуя. Это будет... Следующий трай. Ни одной этой нету, бля. Теперь, смельчаки, я приступаю к ритуалу призыва. Войт, как ты считаешь, ты сможешь червей в одного вытащить? А Войт, по-моему, лучше. Конечно, блядь, смогу, ёбаный рот. Потому что они сомнительно. Блядь, заплевать могут просто. Обидно, часть. Они заблюют только тех, блядь, кто будет перед ебалом у ползающего червя, блядь, во время его блевотина. Если там буду я, то, блядь, по-любому нормально будет. А если кто-то там будет, блядь, стоять, кастовать, он сдохнет, нахуй. Охуеть, спасибо. 5, 4, 3, 2, 1. Так. Тогда раз... Ты в одного все вытанчишь? Хотя это сомнительно. Уже. А ну бы два на. Два. Другий танк будет по-любому вышел. Да. А почему два? Просто думаю, нам ретрик нужен. Потому что в одного не убить. Там какой-то ретрик писал сегодня в ДС. Я машина ретрик, нахуй, бля, дикий зверь. Алло. А, нам хулипал тоже нужен. Удочка, а, ну, это... ну и спрашивай, что то, что другое, блин, это не охуел. Я что, иди ты охуел, блядь, ты чё, блядь? Нет, если пошёл на рейтинг, то я пошёл, пускай, я подумал, что пошёл на ДК будет. Я ИК, блядь, здесь ДК, там хулипали нам... закрыл, где ты прохилил? Так, хулипал, да, ДК на чемпов надо. Я не понимаю, почему, нахера нам, это, два танка на Анубе? Ну, танчи на кого, танчи, я посмотрю. Я про. Ну, я фиг знаю. Мобы бить будет сильнее. Да. Там щитоп мобы появляются. И так, нет, это хер с ним, ну да, согласен, там два. Почему, например, одного не шиплянуть, а первого грипнуть, убить, к примеру. Бо там появляется, крім того паука, який є в обечці, ще додаткові моби. Я не понимаю. Не, можна, как ты говоришь, делать. Да. Ну это надо четко делать. И заливать жука целенаправленно, а не кливать. Не язык, а музыка, бля. Ты еще скажешь, что ты хоть что-то понял. Хотя бы, ты же похож на УК. Если у нас будет, например, на одного ДД больше, это будет быстрее. Даже один ДД, который целенаправленно свичнется в жука, только в него, уже будет. Да можно, пить. Можно, конечно можно. Но ты будешь. Легко. Как тебе? Не один ДД, а все два. Я буду свичиться во все, абсолютно. Сколько там у жука ХП в десятке? Охуй знает. А скидку 1300. 1300? Ну я должен нормально. Посмотри, сколько в героике. В 25. Где у Гримали тыква стоит, парень? Ну, в героике там... Фенс. Не знаю. Сейчас посмотрим.
О, Фобос, а ты нашел, как делать маунта у того вот дракончика? А надо, короче, ходить эти тыковые лутать и рандомный шанс. Они, всех локов спекнули, блядь, бафликов. Я скинул карту. Конечно, обклеивать. Ну да. И с расчетом на астфазу. Ребят. Чего? Всю, всю херню ж вроде бы уже на раз до нас проворачивала. Какую? Ну, с убийством ЮВК, с локом и эти бафлики. Бафлики, блядь. По сути, цю херню вже робили до нас. Просто все набагато викрутили, блін, за бутилку більше багів і сказали, страдайте, хлопці і дівчата. Це ж сіро. Ну, мітку не захилили, блін. Хуліпав вала і бьет, блядь. Ти що хуліпав? Вала идет, метку не захидил. Я кста вала ебу. Я кста, ну, сейчас, ну... блядь, чекнул убийство нуба в десятке в ИВК. Там тачил один ДКшник. А, хотя нет, сейчас еще этого друида чекну. А, нет, друид. Друид тоже там, сука. Какой-то бомжатский, блядь. Там можно пробовать через друида, который просто форму прыгнет. Возможно, вытащит. В смысле, форму прыгнет? В медведя прыгнет на танк. Кого он вытащит? А, кстати, да. Там же ветка-то одна и та же, блядь. Ой, этого... Как его? Подождите. А метла ивентовая только во время ивента, что ли, действует? Да, да. Совсем ебанули. Yeah. Это всегда так было. И будет. Я метлу выиграл, обрадовался. Ты котенка вчера такого призрачного выиграл, прикиньте. Теперь у меня котенок будет своим. Но тут, кажись, на чемпионах распад будет. Ну, ну, бля. Печально. Ну хули, третий вулкан нахуй будет скоро. Вот це ти з рандомом пішов, чи тут вот такі гільдія нормально? Тут гільдія, вона просто дві неділі ще грає, там не оділи свої ребята. Кабани? Ну і ці буги. Такі кабани, конгломерат. А, ти ж на Альянсі. Це на Орді. Ну, бля, челик тіло покинув, долбойоб. Бункер вообще украл. Смеялся, блин, вчера я с фигней страдал. Вот хантом, блин. Абонент, блин, он недоступен, или находится уже в нужном месте. Кстати, кто-нибудь видел 25-ку обычку и кто-то собирает вообще в последнее да. время? Я не видел, чуть не раз. Пока да собирают. ИК обычку? 25-ку. Обычку, я про Агер думал. Обычку, да еби не матер собирает. Знаешь, я просто не попадаю к времени, чисто. Я обманю своими закрыл. О, Палзер, а ты на следующем когда это? Хочешь пострадать? Где? Я планирую игру в магии собирать. Да запросто. Просто чё пострадать, потому что собирать буду я. А мне что-то так везет, что я постоянно собираю прям лютчих бойцов с сервера. Ограничение по левелу ставь. Ограничение по левелу ставь. Да по левелю он, Фоба со мной ходил в этот. Они десятку, вроде бы по левелу с этой датой были, дамага было заебись на что-то, какая-то хуйня, блин. Жабодав, я в тебя верю. А, да? Чё? Кто? А. Фобос, ты меня игноришь или да? Чему игнор? Старайся, а ты только скажи, чтобы подошел я культурно. Куда-то Фейс, опять, а у тебя бежит. Этот Викаурс настроен нормально под теневой удар? Ну да. Чисто ради интереса.
Никто и не делал ВК урок чисто полностью на босса. На, ну у нас есть живашки на фул ВК. Пик. Ну вот сейчас тут, короче, у Ульдара я смотрю стрим, у него была проблема. У него идет КД теневого, и не дойдя до КД, она срабатывает. Кто да. срабатывает? Теневой, кстати, да. Таймер смещен. Да, о, да, таймер у него хуёвенький. А вот как люди убивали когда-то этих боссов без ВАшки, без всех новых аддонов? Чисто рэкнал. ДБМ был. ДБМ уже был. Ну, еще мозг был у людей. Да. А сейчас вообще... Причем там боссы сейчас... были... Нет, они 60 лямов. А сейчас каша. Ну да, 27 было. Дается от Лока 2 проклятия косноязычия в десятке. В 25-ке 4 проклятия дается. На этих? Да, замедление коста. Либо если Лока нету, клива и трога. Подожди, ты точно про вот этих жуков, которые он вызывает? Жуки, которые, да, нерубский копатель. У них есть каст. Мгновенный же каст. Нет, каст не мгновенный. Там секунда с чем-то. Если дают замедление, то там дольше каст идет. Блин. Чего? Да нет, там инстант его срабатывает. Вот сейчас смотрю стрим. Не знаю. Кстати, такой маленький вопрос. У нас хилы бегать умеют? У нас сейчас хилов пока что нет. Если бы инстантом срабатывал, у вас бы весь рейд вайпался всегда с пула. Ваня, у меня хули паладин. Каст, который телепортация за спину и ваншот, это идет каст. И он замедляется локовским проклятием и роговским ядом дурманищем. Да нет, вот здесь танчит один этот пал и все. И сбивается этим станом, ну этим понежицей паловским. Ну да, сбивается. То есть там в таймер просто дают его и все. Так. Все, 29% у босса. Лиса, кто там на сумоне? Как же проседает? А, это же, да, уже. Фейс, а если я приму пати, я смогу лутать эти коробочки? Нет. Да. Я не рейд сделал. Пока что. Окей, тогда. Если рейд будет, то кики мяки. Давайте, парни, пожалуйста, убейте его. Я хочу нерв. Я это... Жду. Бля. На сумоне уже. Вместе сильно. А ссылка есть на стрим? Где они стримят? Отвечаю. Матумба. Отвечаю. Сможете ссылку? Матумба 101. Ну, ебаните куда-то вот в этот генерале вот эту ссылочку. Позырим, может убьют. Давайте 17%, 16%, мальчики, давайте. Пизда. Сбили, нет. 15%. Так, я не хочу пока ледяную корону, паузу. 15%. Бля, проседаю. Смотри, у тебя выбор. Или на шейбре брата, или к нам. Выбирай. 10%. На а пусть пока это. Наша это же получается уже, если они убьют, это ну, как ФК нет, считается, правильно? Нет. Или это не ФК? ФК это 50. Бля, next timer. 6%, пацаны, давайте! Зачем сакра свечится в мобов? Я не пойму. ДПС накручивает. А, я думал, надо типа подбивать их немножко. Вот жука. Он... Нет, он. Обновляет порчу, да, на них или что он делает? Там ну, теневой транс, кажись, просто увеличивает. ГЦ. Наши мальчики. Убили. Да. Дикий зверь, да. Уф. Ну, все, теперь они будут опять прыгать с Даларана. От счастья. ГЦ. А, верните мне мой скелетный вид. Красавчик. Так что, это, дайте ссылоньку на стрим. А ой, там блядь. Все. А уже все, уже расходится. Там же видео будет? Нет. Что, удалят, что ли? Конечно, зачем нам? Видео на Твиче сохраняется 15 дней, а дальше оно удаляется, если ты его не выгружаешь на YouTube. Ну, вот у него с четверга нету этого стрима. Или удалить можно за... Или можно их вообще не сохранять. Это там как автор укажет. Нет у него старых этих... Хотите, о, я, блин, погнали, буду... Погнали понтоваться, да? Вы шо, хотите, тоже подрубим. Называется «Страдание ВВК».
Да, все рингуют, ачивку в чат. Я же говорю, погнали понтоваться. Не, ну красавчики, убили первый сервер. Бля, Фобос, это что ты за хуйню скинул? Это расположение этих коробочек. Сирия? Арду и Зеленс. Классно. Они это сделали. Они первые на сервере убили ИВК. Молодцы. Это не... Героик. Просто они 25 из 20... Ой, 50 из 50. Так и что... Это равно. Ну, ты же, ну, это же ирония. Че мы ебанем сегодня 50 из 50 в 10? Конечно, 35 из сотни. 35 из сотни? Первый пол явно нет. 35 из сотни, я поверю. Во-первых, у нас гира будет... Я вот уверен, что у нас не будет хватать там или депеса, или хила, что-нибудь такого из-за гира. По-любому, что у нас только у Ванька есть 4-4. У кого еще 4-4 есть? 3-4. Знаете, как говорил один хороший РЛ, можно сделать все. Главное, блядь, разуйте глаза и махайте руками. Ну, в под город не идите, ребята, тут пиздец. Тут тотальное вырезание идет под городом. А что упало-то? Не то я видел? Да ничего не упало. Можешь радоваться. Там вроде что-то интересное должно падать. Знаешь, должно, это не значит, что упало. Запомни это. Обещать не значит жениться. Так, на меня-то... Нет. Они все будут по факту без контроля. Че у нас, в принципе, можем еще поконтролить? Елексия. На тебе маг будет. Тавцуешь его. Если в диминишинг войдет, переключись на лока, допустим. Если его не бьем. Сову вот, блядь, кто? Сову. С лягушку же ее можно, да? Или не, нельзя ее все-таки? Маз диспел по возможности. Да, Андрей, от тебя. Ну, маз фиры, маз диспел. Это вообще изи должно быть. Че ты кого держишь? Я рогу держу. А я кого? Давай воина. Ну и третий на ДК. А под ладин? Он кто? Какой именно? Печенька хвалипал? Че, откуда начинаем? Мы откуда рейд? Мы от входа рейд вон от звездочки ружку притянут. Слава, первый затяни. Нахляк, ты второй. Ну а там уже по ситуации тоже смотрите, ребята. Максимальный контроль. Представьте, что вы на БГ. Минимум АУЕ, череп, потом крестик. Хулипал, ты, соответственно, на танках. Частица и в Долоране стоишь, хилишь. Паладин, давай, наверное, ты квадратик. Вот, а ДК, ты, наверное, на ДК ты его затянуть же, то же сможешь, поудобнее будет, мне кажется. Пошустрее так будет. Хоп, танки хоп, у дверей, хоп. Мы около ворот. Да-да-да, вы у звезды. Ждем, пока у нас от АФК шит хил. Рома, у тебя щит послабее есть? Да, если у вас щиты есть послабее, вообще будет идеалка. И, ребята, да, стойте на дощечке, не бегите за ними никуда. Стойте там, тусуйтесь там. Ясно, короче. Никто с доски не уходит. Нахляк, отойди немножко дальше, куда-нибудь вот сюда вот. Слава, кого ты держишь? Снова танк. Ты держишь квадрат воина, видишь? Вон он стоит. Слайк, включи кровь. Ты про меня? Нет, я про воина. Я думал, у меня тоже лед включен, блядь, с какого хуя? Можно пока дереву листья повыдергивать. Какое бедное дерево уже. Все его листья потрогали. Пятастому беда. Явно Ласти домой пришел, кушать захотел. Ловит. А, блин. Наверное, ну. Чё? Включи кровь. Сними штаны и грудь.
Я тебе серьезно говорю. Ничего. Чтобы брони не было много. Да не, они думал, на тебя да. могут все агриться, и ты стоять будешь. Я не вдыхал, а ты сдохнешь, да? Понял. Рот. Там ДКшников же вон 6 штук в рейде. Кроме меня. Они гриппов дохуя. Я в кровь, я лед включил специально, чтобы все на меня не побежали. Притяжек дохуя же, правильно? Притяжек, да. Ну все. Не, наша задача, чтобы мы стоп, чтобы миликов постоим, поддержим. Они кого первым бьют? Череп, да? Да, Рушку. Ну, то есть, вернее, она уже Алиса. Че там, Алена? Это к ней, наверное, позвонили. Там. Откройте да. перепись населения, блядь. Не, там же Ластя за двоих вроде бы расписывался вчера ночью. А, точно там. На улице коронавирус, они, блин, перепись населения пошли. Сколько народу полегло от этого ковида, ну? И вообще без толку. У меня сегодня это самое две сестры родных, это и племянник заболели. Yes. Ну как заболели? У них пропало нюх и обоняние, вкус и обоняние. Так, что кто у нас еще? Я удивлен, что кто-то еще не верит в это. Но... А пока сами не слягут, нахуй. Ну да, пока родные кто-нибудь не заболеет, блядь, не поверит. Простуда. Да пускай, как бы, спорить об этом не место здесь. Арти. Ау. Как дела? Ты как поворачиваешься, что скажешь? Мы с Эрдруа ФК, поэтому стоим. Мы ждем дерево хила. Че, как врач, что скажешь? Насчет короны. Коронавирус миф или реальность? Да он давно существовал. Это семейство коронавирусов. Там давно был просто чуть посильнее вирус. И чуть-чуть влияет на... сгущение крови, которое дает ну, все слабые точки, то есть хронические заболевания, они прогрессируют резко из-за этого. Да. Дерево ждем. Вот дерево, можете ему листочек пойти выдернуть. Или дупло поискать. А так смертность, она на самом деле не сильно увеличилась. Просто на корону все списывают, и цифры такие большие дают. То есть там, если у человека... сердцем проблемы, пишут короны, чтобы не париться, все ну, уходит. Да потому что с короной, блядь, эти трупы там не препарируют, нихуя не делают, блядь, просто забирают, да и все. Нет, он вообще с другой стороны, как Барти. А, да это, блядь. Вон... Арти-врач. О, все, дерево. Да все, как бы, это не место для дискуссии. Кто верит, верит. Кто не верит, ну, дай бог, чтобы не столкнулись. Так, Аз-Аза-За теперь ждем, Аз-Аза. Тут-то. О, все, отлично. Так, ну все, задача танков, держать миликов, задача кастеров, максимально ДПСить в таргет, по таргету, без АУЕ, забудьте об АУЕ, прям. Моры, хуёры, лужи, бури и все остальное. А, точно, его еще ветер же нельзя тоже. Вот, дальше. Ну, то есть, контроль. Алена, это твоя задача, ромбик. Когда у мага войдет деминишн, он скажет, ты контролишь ромбик. Вот, до этого момента контроль, допустим, печеньку. Вот, паладин хилит танков. Все, ну и, соответственно, с доски не отходите, тряпочки сзади миликов. Милики танчите, таунтите на себя, контролите, сбивайте косты им, неважно там. Максимальный контроль и максимальный ДПС. Ну, я думаю, мы сдохнем. Ты нас видишь, блядь. А тут кастеров дохренище, блин. Да, нет. Нормально все. Так, все готовы? 5,
4, 3, 2, 1. Скини. ДК там по КД на него окобы кидайте, чтобы он не убегал. Так Геру не даем? Даем. Танк упал. Прекрасно. Вернее, снимайте с него бафы, вы что прикалываетесь? Пала, хильте. Ой, пал, нифига, что у вас так? Или нет? А, нет, пал вон он. Так, у нас один ушел к вам, да, милик? Рога на мне. Блять, и не уйти. У меня овца в деминишеньке, можете ромб забирать. Паладин, можешь рогу забрать? Алена сложила. Блять. Меня сейчас... Блин, квадрат уходит. Я заберу. Говорят, если в канту стоять близко в упор, он не стреляет. Лайфхаком. Он стреляет. Да, конечно. Этот хан стреляет. Ну что, снова танк в танке будет стоять? Пиздец, у нас два танка стрелило. Че теперь, кого бьем? Да тут уже никого не бьем. Кого бьем? Рога там у вас, я тут своим тусуюсь. Рога сейчас вас всех вырежет там. Рога и ДК. Блять, ну хоть ханта убили, уже прогресс. Ну, значит, можно. Осталось только, если сейчас еще один милик будет, уже вам легче там будет. Только вот танков наших сложило. Кстати, кто хочет вступить в распрекрасную гильдию Конгломерат, плюсуем в чат. Какие эмираты? Арабские. Денег у нас меньше. И нефти тоже. Спасибо. Досада. Что-то мне Адон сказал, что вы все умерли, но что-то... Ну не все. Там рога и арки, походу, валяются. Ну? Добивают. Добивают их. Ах, суки. Умрите. Мы зайти не можем. Ну потому что, блядь... Рога. Арки, каре притвориться мертвым. Что там у тебя получается? Так, сразу налево я зазываю, быстро кушаем. И идем на смерть. Я же говорил, мы умрем. Скоро уходить надо. Куда? Тебя? Сиди, играй. Да как что-то сложило прям? Это послушал совет и считал, снял штанишки и умер или как? Не, нихуя. Не хилили просто. Так, а первые секунды нам надо хотя бы прожить на своих... Штаны спустил и умер. Не надо было наклоняться. Ну, ДКшек магию, маг убил. Одного мага, другого. Ну, конечно. ДКшка со спущенными штанами увидел, как тут... Пять разбойники, нахуй. Они все будут всегда, весь состав. Нет, они меняются каждым новым. Меняются Эрнх на... Они будут все, меняются только спеки. Да. Спеки, да. Слайк, у нас еще Эрдру не было, прикинь. Да и похуй. Эрдру это клево. Лок и Эрдру вообще отключает. Из игры, по крайней мере, должен. По идее, Эрдру просто пуржится, он вообще бесполезен. Эрдру, вон он стоит, Мельдор, блядь. Дальний гоплец, нахуй. Я также приставил. Самый левый дальний край.
Так, 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 да, 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 на присте так же само все. Лока так же само, так же само. Зевайте. А то все спать хотим. 12 ночи доходит уже. День не говори, у меня тоже без двух. Так, воин, паладин. Ну, давайте, паладин на паладина, воин на ДК. Я на рогу опять. Главное, чтобы вы не умерли, вообще будет идеально. Так. А, у нас же еще... Стой. Паладин же ретрик, да? Значит, нам еще кто-то нужен в танке. В танке есть кто-нибудь у нас? Сможет кто в танк спекнуться? Я не заметил рыцаря смерти. Что, нет у нас ни у кого? Шмота с собой нет. Так у нас есть шкаф. Да любой ДК может его голыми покайтить. Да-да-да, вот уже один покайтил. У меня без камней шмот. Поставьте шкаф, давайте быстренько ДКшник, он смотается на хляк. Вот, и вам там останется, по сути, трех кастеров завалить. Вас там 22 тела. Сможете? Трех? Нет. Прописанных кривыми руками... NPC. Вы там выживете, ребят, на танке-то. Паладин, ты хилишь нас, да? Ты помнишь об этом? Выживем, если паладин кастовать начнет. Паладин-то вообще в Дискорде у нас? Паладин, по-моему, в ахере. Какая у него ответственность. Паладину вот печать на самоотхил. Ну да, три не заебись, мне нравится. На дух и на крит. Смотри, ты видел? Да. Против которого? Камни вообще зачетные, блядь. Смотри, интеллект МП5, блядь. СПД да интеллект. Сум, ДК. Частицу ты стоишь вдалеке и частицы хилишь. Частицы раньше 50 метров. Да, ну то есть ты на 50 метрах стоишь где-нибудь там в ебенях и хилишь. Пал, ты хотя бы по обратную связь сделай какую-нибудь с нами. Паладин. Какой? Паладинчик. Холипал. Короче, ты должен вот так подшарить частицу. Ты знаешь, как хилить здесь? Чтобы ты выжил и чтобы танков хилить. То есть вот частицы хилишь, то есть ты стоишь на максимальном ренже от нас. Так, все у нас ДК. Давай, ДК, на тебе ДК. Все, запомните каждый свою цель. Так, что у них? Воин, шамана. А, Бурумбач, на тебе шаман. Лок, на тебе, соответственно, дерево. На ромбики маг и наше дерево. Лок, если у тебя там фиры будут свободные, не стесняйся, раздавай. Масс-фир есть у тебя, тоже неплохо. С пристами тоже масс-фиры не забывайте. Нахляк, твой ДКшник, вот, видишь ДК там, вон он. Вот печенька. Тирий, да. И максимально контроль. Увидели, даже если вы не назначен, что кто-то бегает, вы можете взбить косты или зафирять, или законтролить. Не стесняйтесь. В лягушку их. Все, пошли сдохнуть. 5, 4, 3, 2, 1. Блять, к нам рога далеко. Долго тянемся, лучше. Ну, второй. Геру. Ай, бля, КД. А? Главное, я сказал. Нет, я доигрался просто со своим притворялками. Арти, Геру давай свою. А на дощечку танки желательно уйдите. В обратную сторону от милика, от всех, от всего рейда.
Это я рогу как бы могу хоть везде. У меня и корни, и ветра, и таунт. Каз бить локу. Как? О, ништяк. Ауе не бей. Где эта тварь? Вон она, вижу. Блядь, сейчас танк умрет. Порожмись, танк. Магу каз сбил. Бля, они все к вам пиздарики вам, наверное. Живите как хотите. Бабл протопал. Притягивайте ДК. Так, у кого есть эта самая притяжка? Да дальше надо было на этом. Хилки снимайте, алло. Поумер. Потому что надо звук включать, когда говорят. Я же говорил, что на хилку включил эту. Блять, заебись, я сформ вышел, и меня он стан дал. Прекрасно. Так, снова танк, да, умер? Череп доколупаем сегодня. Еще череп, да, не убили? Что, крест убиваем? Крест? Да. Гриппы. Ты веди сюда и помогай друг другу таунтами. Мы ведем в одну точку танк. Иди сюда, к нам стой. Вот, к Мишке иди, удобнее будет. В самую ебеня его засунь, во, голых. Чтобы... А вы на доске стоите. Ром за контроль. Хилься, хилься, захватом рун, ударом смерти. Есть притяжка? Да ты не таунти, ну ты захилься сначала. Пиздец. Да кого вы бьете крест надо бить? Блядь, по кресту ну, работает. У кого нету что ли притяжки? 3 ДК, нахуя вы их, блядь, на хуйню разную тратите? Не могу ромб играть, ромб в немнишинг ушел. Нахрените. Что ему делаете? Так, у нас тут втроем, да, они остались здесь? Это лучшие представители. Ну, похилить. Это я тут, походу, вообще один. Меня стрессовало. Жалкая тряпка. Все, от меня убежали, одна рога осталась. Да мы просто нереально долго снимаем, там что-то не очень хватает. Очень долго. Так, что у нас с налоком? Ну, его, ну, у него ходки висят магии. Почему не диспелится магия? Магии не диспелят больше, забудь. Тьфу, блин. А присты мазды. Масса мне тоже. Че, неужели ходки снимать? Блять, пиздец, меня просто перерубил нахрен. Что-то слабо верится, да, что убьем. Бурей как-то вообще слишком близко к нам стоит, мне кажется. Нет? Полночь, ну, короче, это уходить надо. Ладно, давайте, хрен с ним, давайте разролим. Надо спать идти, пиздец. Надо пытаться сидеть, учиться, но... Квестика маловато пока что. Смотри, а хиловские дотки что, вообще не снимаются сейчас? Да снимаются, но в смысле, живешь заново. Все дело в ДПС. Вот два человека дают 6 тысяч, остальные... 1-5 тысяч, остальные там 3 человека 4 тысячи, остальные 3 тысячи. Это не ДПС. Да, это... Полезно, ходки надо снимать, у них ходки по 40-50 к хилят вышел. Да, они хилят сильно. Их надо снимать по КД просто, да. Надо тут просто Вот просто вот даже самого ханта под Герой, когда там хила